В Нижневартовске автобусы будут ездить по-новому. Проект модернизации общественного транспорта уже готов. Сейчас стоит вопрос внедрения новшеств в систему. Проблему общественного транспорта затронули вартовчане во время прямого эфира с Натальей Комаровой. По словам главы города Дмитрия Кощенко, новая маршрутная сеть появится в Нижневартовске к концу этого года. После реализации автобусной реформы пассажиры смогут следить за своими маршрутами через специальные цифровые сервисы, а интервалы движения транспорта и сами маршруты станут максимально удобными. Журналисты вышли на улицы столицы Самотлора и спросили жителей города, что бы они хотели изменить в системе общественного транспорта. Ну, конечно, больше маршрутов. Не у всех же машины есть. Вот я сегодня на 11-м ехал, да, я, короче, весь город, получается, объезжал, чтобы мне в парк-сайт надо было доехать. И, получается, я на это затратил время 1:20. Вот я засекал, 1:20, представляете? Это я ехал в 9 часов. А если бы я ехал в 8, допустим, ну не в 8, а к 8, по-любому там 2 часа. Я там не знаю, сколько времени простояла напротив каньона и не могла уехать вот сюда, вот в первый микрорайон. С горем пополам дождалась автобуса. Хотелось бы вернуть обратно маршруты. Вот. А в автобусе меня все устраивает, оплата удобная по карте. Не надо ждать какой-то, в очереди стоять, деньги готовить водителю, сдачу, со сдачи, без сдачи, все. В автобусе устраивает, все комфортабельный, хороший. Но маршрутов катастрофически не хватает. Даже сидим иногда с людьми, обсуждаем этот вопрос. Весенне-летний период уже ходит нормально транспорт, уже гораздо меньше промежуток времени. Ну, не знаю, мне как бы все устраивает пока, а там не знаю. Ну, автобусы приличные, приступок низкий, ну, хорошо для пожилых людей, для инвалидов.